В прошедшие выходные на территории острова Русский прошли 15-е соревнования по городскому экстриму среди студентов и курсантов учебных заведений на Кубок Главного управления МЧС России по Приморскому краю, посвященные 90-летию гражданской обороны. Сегодня проходит соревнование по студэкстриму. Мы принимаем участие первый раз. Только что прошли этап выбора спасательного круга пострадавшему. Нам все очень нравится. Соревнования стали уже традиционным, и впервые они прошли в 2007 году по инициативе студентов, занимающихся в Приморском региональном отделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей, деятельностью которых является повышение культуры безопасности жизнедеятельности. В данных соревнованиях мы участвуем уже несколько количество раз. В позапрошлом году мы стали призерами данных соревнований, а в этом году мы хотим стать чемпионами. Соревнования являются площадкой, на которой профессионалы делятся опытом с подрастающим поколением, которое обязательно пригодится в их дальнейшей деятельности. Мне кажется, что это очень нужное соревнование для ребят, потому что в наше время никто не учит, допустим, здесь в бассейне мы по программе освод многие элементы, транспортировка пострадавшего, выброска спасательного снаряжения для утопающего, и проныривание, поиск пострадавшего, элементы. Также много элементов, которые на природе, по техногенке, у нас пожарно-спасательной академии. Стараемся ставить этапы, которые может каждый человек освоить. Данное мероприятие является показателем подготовленности студентов и курсантов на дополнительных внеучебных занятиях и секциях, направленных на оказание помощи, спасение и обеспечение жизнедеятельности. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на Восьмом.